Итоги спортивного сезона подведут в Ханты-Мансийске. В начале апреля в столицу Югры приедут герои последних Олимпиад, а также спортсмены, которые прославили округ на международной арене. Традиционное мероприятие «Спортивная элита года» после двухгодичного перерыва из-за пандемии вновь пройдет на сцене КТЦ «Югра Классик». Югорчане узнают лучших в 21 номинации. Здесь наградят не только спортсменов и тренеров, а также лучшего учителя по физической культуре. Определят тройку лучших муниципалитетов по реализации ГТО и многое другое. Ведущим церемонии будет спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев. Спортивная элита года пройдет 7 апреля.